Ну что же, всем привет, ребят, с вами Карина, и продолжаем играть с ними 4 челлендж на Соберри. Ну что, у нас с нами сейчас уже почти утро, у нас, кстати, Стесси проснулась, в смысле... А, окей, монстрики, да. Давай мы тогда сейчас тебя опрыскаем, чудовище, а ты пока что отойди. Давай. Вот, что еще хотела сказать, я пока что не знаю, как у нас будут выходить видео, потому что я сейчас немножечко приболела, да, конечно, прекрасно, в 20 градусов жары заболеть, ну, это в этом вся я, так что вот, как-то так. Так, вы можете уложить ребенка спать? Можете? Ребенок, алло. В смысле? Ну, обними вон маму, я не знаю. Давайте. Сколько у тебя это еще будет идти? 20 минут? Ну-ка, попроси ее уложить спать тебе. Получится? Так, хорошо, если я тебя вот сюда. Почему вы отходите? Может быть, им все-таки стол мешает пройти там вдвоем, я не знаю. Я просто очень боялась, что как раз-таки стол там помешает проходить персом, и, возможно, в этом-то и проблема. Так. Да, по-моему, в этом была проблема. Да-да-да, именно в этом. Окей, давайте мы ляжем спать, потому что уже как бы нам скоро на работу вставать, а мы даже еще спать не ложились. Вот, так что я немножко приболела и пока что не знаю, как у нас будет выходить видео. Так, это я убираю, мне эти праздники не нужны. Вот. Так, ребенок, ты меня тоже в школу идешь? О, я, конечно, молодец. Я, конечно, молодцом. Так, вот, кушай яишенку. Посмотри телевизор. Что такое? А, уже в школу? А чё? Господи, я совсем забыла, что у нас ребенок ходит в школу так рано. Я реально забыла. Я привыкла то, что у нас Эмили ходит позднее на работу. Я совсем забыла уже то, что у нас еще ребенок есть. Ну ладно, что поделать. Окей, 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 окей. Так, Финн, ты, в принципе, тоже можешь просыпаться. Давай мы, наверное, с тобой приготовим новый завтрак. Наверное, оладьи приготовим. Тут там совсем у нас уже еды нету. Вот, я надеюсь, там ребенок в школе покушает. Наверное, давай ты у нас сегодня побездельничаешь немножечко, чтобы у нас хотя бы там повеселилось как-то. Вот, не грустим. Давай мы с тобой кушаем. Что такое? Да, окей. Отлично. И, кстати, можно будет... А мы можем Стэси позвонить, нет? Поболтать. Ну-ка, позвони там, поболтай. Так, у нас там усники все норм. Вроде бы все норм. Давай. Давай, 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 давай. Кушай. Ну, что-то такая грустная у нас, Эмили. Что? Опять кто-то умер? А кто у нас умер, я так и не поняла. Это еще с той серии этому лет висит. Я вообще не понимаю, кто там умер у нас. Ну ладно. О, кстати, морковь. Да. У нас когда лето закончится? Через 2 дня. Да уж, долговато что-то. Ну все. Мы уже с вами отправляемся на работу. Я думаю, то, что нам осталось буквально 1-2 дня рабочих, и мы должны получить повышение. Я надеюсь, что мы до пятницы его получим, потому что не хочется потом ждать еще до понедельника. Вот, потому что там как бы 2 выходных, сами нежданные гости. Серьезно. Так, а ну-ка. Нам нужны туристы, да? Вы пойдете, наверное, к туристам сначала. У меня вообще есть кто-то есть из туристов. Что-то пока что никого не вижу, да? Давай мы с тобой проведем мозговой штурм. Давай, отправляйся. Только, пожалуйста, иди быстрее, поэтому перематывай, потому что она ходит очень медленно из-за ее этого депрессника, так сказать. Вот. Там уже он куда-то наступает. Все, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Если мы, в принципе, сегодня достаточно хорошо поработаем, то я думаю, что завтра можно будет уже получить последнее повышение. Но это мои догадки, по крайней мере. Вот, а так я не знаю, но посмотрим с вами, посмотрим. Пожалуйста, давай быстрее, потому что если мы сейчас опять все не успеем выполнить, это будет очень печально. Прям вообще. А, подожди, давай мы сначала узнаем, как прошел день. Приветствуй, дружки, потом уже заморозим. А. Стой, подожди. Не уходи. Иди сюда. Так, нам нужно узнать, как прошел день, да? Где у нас с вами? Вот, как прошел день. И потом мы его заморозим. Отлично. И заморозить. И потом тебе мы расскажем забавную историю. Почему? А, ну круто. Я не могу рассказать забавную историю. Это, конечно, крутотень. Просто крутотень.
Ты можешь еще повеселиться как-нибудь? Давай, пожалуйста, ты немножечко развеселишься. Что стало? Ну давай, нужно как-то убрать этот мудлет, он меня раздражает. Жаловаться на проблемы. Прекрасно. Освободить изо льда. Да ты у нас... Да, освободить изо льда. Хорошо. Давайте. Ты где там у меня? Угу. Отлично. Освободили. Так, дальше. Сменить одежду туриста. Без проблем. Сменить одежду для праздника. Давайте. Нет, конечно, ждать еще 9 часов, это не очень круто, сами понимаете. Чего у меня сквозь текстуры-то ходит? Ну, надоели мне. Нормально, давайте. Такс, поменяли. Оставить туриста есть. Без проблем. Ух ты, какая у него одежда смешная. Или это она? А, это она, я думала, это мальчик. Ну, ладно. Окей. Окей, окей, окей. Испорченную сыворотку. Кто такая Эльза Бьёрнс? Бьёрсген. Бьёрксен. Господи. Кто ты у меня? Где она? Ты? Нет, не ты. А что у нас сегодня за униформа-то такая? Ты? Да, вот, нашла я тебя. Так, мне нужно с тобой обсудить пришельцев, да? Давай мы сначала, наверное, прибежим сюда, потому что мы сейчас долго будем идти пешком. Вот, а у меня есть испорченная сыворотка-то вообще? Какая-то, по-моему, была у меня. По-моему. Искры из глаз. Нет, она не испорченная. Так, здравствуйте. Мне с тобой нужно построить теории о пришельцах. Где у меня это действие? Где? Вот, строить теории о пришельцах. Общаемся. Так, отлично. Химические опыты. Провести опыт, давай. Так, мы сделаем вот так вот, чтобы нам сейчас это дали место рабочее. А то они сейчас не уйдут отсюда, и мы не выполним задание. О! Это турист у нас? По-моему, да. Мне кажется, это считается как турист, потому что это не рабочий. Мы такого не видели. Мы такого не видели. А ну-кась, веселые действия. Рассказывай забавную историю, да, проверим. Мне кажется, как турист. Да, это турист, действительно. Дать сыворотку. Давайте дадим. У нас с вами есть пакость. А, у нас есть даже испорченная сыворотка. О, вообще суперски. У нас еще и обычная сыворотка, поэтому давай. Искры из глаз тебе дадим. Он у нас, походу, это инопланетянин, да? Наверное, да. Ничего, так далеко-то убегайте у меня. Остановитесь. А, ну, конечно, нужно было прям в этот угол, и вы бы еще дальше ушли. Обнять туриста. А он с нами захочет обниматься? По-моему, он даже не хочет с нами обниматься, окей. Так, а где у нас эта дамочка, которая Эльза? Куда она ускакала-то уже? Ой, сейчас я ее, наверное, не найду. Может, она на втором этаже где-нибудь? А, косники, вы чё? Стоп, а где реально? Косники, уберись эту штуку. Так. Мне ее желательно бы найти, ну, потому что у меня как бы с ней задание, сами понимаете, но я что-то ее не вижу. Какой сник это растет? А, вот, нет, не она. Может, она где-нибудь здесь? А, реально здесь. Ну-ка, давайте мы ее позовем. Она сейчас, по идее, должна будет подойти к нам. Да-да, стой. Давай мы ей дадим... задание по анализу растительности и дадим ей испорченную сыворотку также. Давай. Проверить испорченную сыворотку, синтетическая еда. А, ну она сейчас будет выполнять задание. Блин, это плохо. Иди сюда. Давай, злые... Нет, это пакость. Это пакость. Проверить испорченную сыворотку, синтетическая еда. Она там еще долго будет рыться, нет? О, давай, мы еще задание успеем выполнить. А, нет, она не будет. Ну ладно, мы, в принципе, так нормально постарались. Давайте посмотрим на наш рабочий прогресс. И он прекрасен, да. Если мы с вами завтра поработаем так же, замечательно, то мы получим повышение, и это будет заключительная серия летсплея. Да, будет интересно. Окей. Так, поехали. А, мы с вами сходим в туалет, примем душ. У нас, кстати... ты выпил у нас, да, сыворотку в тот раз, да, 20 лет взросления... А тебе еще 12. Окей, сики. Так, детям. Дети мои. Общаться на детском форуме. Да, конечно, пообщайся, ребятенок.
Так, давайте. А то у вас мама только пришла. Она у нас сейчас займется своими домашними делами. Ну-ка, иди-ка поиграй с хомяком. Вот ты, да. Да-да-да. А ребенку, наверное, нужно искупаться, а то у него что-то совсем он все плохо с этим делом. Все, давай, выходи, мамань. Иди поиграй в ванне. Поразвлекаешься как раз-таки, искупаешься. Отлично. Хорошо. Так, мы с тобой кушаем, а ты иди еще, наверное... Ну, встань. Отстань. Что у тебя по работе, кстати? Какой у тебя уже? 7-й, серьезно? Что-то так быстро все это дело идет. Я даже не замечаю, если честно. Я хочу, чтобы ты пообщалась с папой. Говорить про теплую погоду. То, по-моему, ты сейчас уже у нас отрубишься. Ты уже очень сильно хочешь спать. Поэтому давайте вы там поболтайте немножечко, он тебя пойдет укладывать спать. А мы его за собой уберем. Я надеюсь, вы теперь сможете уложить спать. Да, отлично. Все суперски. И потом сам тоже ложись спать, Ким. А мы убираем, это мне не нужно тут. Давай. Что тебя не устраивает? Ладно, окей, хорошо. Ложись спать, я надеюсь, что завтра у тебя будет нормальное настроение уже, потому что мне очень надоедает постоянно вот на это все смотреть, на твое недовольное лицо, то, что ты вся грустная у нас ходишь, в это время это реально раздражает. Хорошо. Ну все, ложимся спать, Ким. И думаю, то, что да, походу, у нас с вами заключительная серия. Если сейчас нам повезет и все задания будут достаточно легкими, то точно все будет норм. А это, кстати, у нас последняя идея, когда у нас есть последняя возможность, так сказать, получить повышение. Иначе нужно будет ждать до понедельника. Я этого вообще не хочу. Так, у нас ребенок где-то в 6 должен просыпаться. Я сказала, ребенок. Финн, ты ребенок? Походу, да. А ты у нас можешь вытереть пол, да? Окей, так, иди тогда. Купайся. Ой, купайся, говорю, в туалет ходи. Поговори потом с хомяком и покушай оладушки. А ты что проснулась? У тебя как бы еще это, спать, да? Давай, иди. Давай. Ребенок пока что у нас в туалет ходит. Разговаривает с хомяком, повышая тем самым себе общение. Ну, конечно, не сильно, но все же. Все же как-то. Вот, ну и наша Эмили останется еще совсем не скоро. Хотя, в принципе, я могу ее разбудить, чтобы она сейчас села и поговорила со своим ребятенком. А то что-то они совсем у нас не общаются. Что у нас без звука ты общаетесь? Ага, спасибо. Рассказать немного про слонов. Все, хватит кушать. Так, ты давай, как раз таки у нас раньше проснулся, я занимаюсь своими делами. У нас опять музыка орет в доме. Я не удивлена, на самом деле, вы сами понимаете, я уж привыкла к этому вообще. А ты что, ты куда? Странно, что ребенок какое-то непонятное действие сделал. Так, ты давай у меня тоже отправляйся в туалет. У нас ветромостат, все норм, да, все отлично, вообще прохладно так у них дома. Это очень хорошо, потому что когда жарень на улице сумасшедшая, а у тебя нету дома кондиционера, это вообще... Это просто ужас, мне кажется. Хотя у меня его нету. Но я, знаете ли, живу. Да. По-моему, у нас там закончились оладьи, да? Нет, не закончились, но хорошо. Хорошо, хорошо. Ну, и получается, если это заключительная серия, то в новом сезоне могу вам пообещать то, что я постараюсь справиться и не так часто мотать игру. Да, я, по крайней мере, постараюсь так сделать. Уж ради вас, мои любимые подписчики. Да. Окей, все. Мы с вами присоединяемся. И давайте посмотрим, какие нас задания сегодня с вами ждут. Если прям нам повезет, то будет очень хорошо. Мы закончим летсплей. Моральный выбор. Ой. Хотя это, кстати, достаточно легкое, по-моему, задание. Но пойдемте. Дружелюбные действия. Узнать, как прошел день, да? Поехали. Узнать, как прошел день. Давайте начнем. Поговорить про пришельцев. Стоп, а ты у меня кто? Ты у меня она? Нет, стой. Мне с тобой нужно да, поговорить про пришельцев. Строить теории о пришельцах, потом мне нужна какая-то еще женщина. Вы что, здесь посменно, что ли, работаете? Постоянно меня... Вот она мне нужна. Узнать, как прошел день. Давайте посмотрим. Пойдемте. Выпить или отдать испорченную сыворотку. Мы можем, в принципе, сами ее выпить. Она к нам даже подошла сама, тут прям очень хорошо. Давайте, где у нас испорченная сыворотка? Я ее где-то видела, она где-то у нас есть в инвентаре. Это не она. Вот это, по-моему, да? Испорчена, да. Давайте.
Поработал над ракетой 10 минут. Да, сегодня просто очень везучий день для нас, потому что очень легкие задания, как вы видите, прям мега легкие. Вот. Давай работай, дружище. Последняя серия у нас все-таки как-никак. Написать отчет об исследовании на компьютере. Без проблем. А, здесь компания нет? Блин. А мы, кстати, же можем сюда компьютер, в принципе, купить. Ну, я, конечно, понимаю, что Сима будет туда сбегать. И, в смысле... Что, я не могу поставить? Так, стоп. А, окей. Нужно воспользоваться кодом. Move objects on. И вот так вот все возвращаем на свои места. И здесь у нас будет стоять ноутбук. Ну, а что поделать? Почему бы и нет, собственно говоря. Так, писать. Нет, это, наверное, карьера, нет? А, да, карьера. Писать отчет об исследовании. Окей. У нас время только, считай, час. Ну, так, грубо говоря, да. Мы уже очень даже хорошенько поработали. А что, мы не можем сюда войти? Стой. Да подожди ты. А, да, там, походу, запрет стоит. Ну, окей, мне, в принципе, без разницы. Финн должен приступить к работе через час, без проблем. Так, смешать испорченную сыворотку я могу, да? Синтетическая еда, без проблем. А, ну вот, у нас уже почти задание даже закончились, вы видите? Что у нас здесь стоит? Типа могилка, я забыла, как это называется, урна? Или как это, по-моему? Я, правда, не помню. Да. Так, ну что? Подправить. Давайте здесь и подправим. Вот оскорбить туриста, я не знаю, как мы сейчас успеем или нет, потому что турист у нас хотел на карту какую-то посмотреть. Турист у нас где-то там. Читать книгу. Читать. Кризис в амбаре давайте почитаем. Кстати, троечница у нас, да ладно. Я думала, она хотя бы это хорошистка. Ну ладно, исправим. Тем более, она все равно уже вернется к нам в подростковом возрасте. Так что мы особо не переживаем насчет этого. Дать персонажу сыворотку розовый аромат. А, у меня она есть, но, по-моему, ее нету. Да, у меня вообще сыворотки нет. Оскорбить туриста. Ну, давайте уж побежим тогда сюда. А здесь вообще люди есть? А, туда придется смешать сыворотку розовый аромат. Давайте. Розовый аромат. Поехали. Пока там никто ничего не занял. Покушаем мы, если что, дома, если мы вообще успеем. Я думаю, что, в принципе, успеем. Я не знаю, посмотрим. Посмотрим. И вот тебе мы давай дадим сыворотку розовый аромат. В смысле, а что я не могу-то? А, она испорченная. А это есть разница, испорченная, там не испорченная? Давайте попробуем. А, ну окей. В принципе, не было разницы. А, так, поговорить про пришельцев, да? Строить теорию о пришельцах нам с вами нужно, давай. Выполнять и, наверное, все-таки поешь, да? Все-таки ты успеешь. Пойдем. Пойдем, пойдем, я сказала, давай. Чтобы дома потом не есть 5000 раз. И сделай себе сразу. Да, как раз у тебя еще час есть, может быть, даже успеешь еще в туалет сгонять. В душ, к сожалению, уже не успеешь, но ничего страшного, думаю, не произойдет. Да, ну хотя бы поели нормально, сытненько. Так, ну и все. Это сейчас будет очень знаменательный момент. Мне страшно. Я надеюсь на повышение. Да, все, отлично. Ну что, это у нас с вами последняя серия. Да, действительно, я на самом деле не думала то, что мы так закончим. Резочка-то прям. Я думала, сейчас сниму серию, потом еще сниму сразу заранее. Ну, это, конечно же, прекрасно, мы даже знаменитыми с ними стали. Нам дали какой-то комп. Ух ты, прикольный комп, кстати говоря. Этот ноутбук можно тогда ребенку отдать, да, пусть у нее будет ноут, а компьютер этот нам поставить. Ну и что? Вот так вот заканчивается наш челлендж. В принципе, он мне понравился. Нет, почему челлендж? Поколение первое заканчивается. Вот, мы с вами вернемся уже в следующем поколении. Это поколение Роуз, точнее, ну, это красное, как бы можно так сказать. Вот. Да, у нас там будет с вами уже молоденькая наша Стесси. А это вот просто счастливое лицо, когда закончил летсплей. Когда закончит это поколение. Угу.
Да, так что, в принципе, я очень рада, что мы заканчиваем первое поколение. Оно прошло достаточно быстро, но достаточно сложно, на самом деле. По-моему, во втором поколении будет полегче. Так что вот, я, кстати, наверное, выложу данный домик. Если хотите, вы можете его скачать. Я, точнее, неправильно сейчас сделала. Это, наверное, Яндекс.Диск проще. Выложу вам, скину ссылочку. Потом уже в описании под видео добавлю. Ну вот, и пока что я с вами, в принципе, буду прощаться. Хотя, нет, подождите, сейчас не прощаюсь. Сейчас сделаю вот так вот. Сначала нужно сохранить, конечно же. Это у нас с вами мята минт, вот так вот будет называться данный дом. Я это сохраню и на Яндекс.Диск тогда вам кину туда. Вот, ну и все, мы с вами тогда прощаемся. Спасибо огромнейшее всем тем, кто смотрел первое поколение. Ждите первой серии следующего поколения челленджа Not So Berry. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, оставить комментарий. Ну, с вами была Карина. Всем удачи, до новых встреч. Всем пока, ребят.